приветствуем вас. Сегодня мы хотим посвятить передачу актерскому пению. Актерское пение – это особый вид исполнения романса или песни. Актеры, мне кажется, и отличаются тем от профессиональных, так сказать, чистых вокалистов, тем, что для них смысл стихи являются более важным даже, чем мелодия. И вот здесь у актера, конечно, больше возможностей, не в обиду вокалистам будет сказано. Наоборот, хочу вам вторить и сказать, разве можно представить себе карнавальную ночь с блистательной Людмилой Гурченко без песен? Или чудесную песню Соловьева-Седова «Подмосковные вечера». Разве бы мы ее полюбили так, если бы не задушевная, теплое, даже какое-то домашнее исполнение Владимира Трошина, актера художественного театра. И сколько песен стали знаменитыми благодаря тому, что в них вдохнул свой талант Марк Бернес. Есть актеры, которые уже, можно сказать, прославились и на эстраде концертной, и которые великолепно совмещают как раз вот это идеальное сочетание и драматического мастерства, и вокального. И вот сегодня мы начнем передачу с того, что пригласим на эту сцену одну из таких актрис. Ну, начать с того, что она абсолютная отличница. Она и школу закончила с золотой медалью, и Щукинское училище с красным дипломом. И была единственной, кого требовательнейший мастер Юрий Петрович Любимов взял с этого курса в свой знаменитый театр на Таганке, который славился музыкальными уже традициями, ну хотя бы благодаря Владимиру Семеновичу Высоцкому. И она с блеском влилась, что называется, в этот коллектив. Сегодня она играет очень много. Наша гостья, она играла и в печально знаменитом «Нордосте». Она и подарила свой голос Мэри Поппинс. В русской версии диснеевского фильма звучит ее голос. И во многих других. Ирина Линд. Просим пожаловать. Ну, мы ждем от вас букета романсов. С удовольствием. Спасибо. Так. Позвольте мне пригласить на сцену гитариста, замечательного гитариста Евгения Иванова, который мне сегодня поможет. Чудно. Просто. Мы только знакомы. Музыка Прозоровского, стихи Пеньковского. Спокойно и просто я встретилась с вами, в душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы. Странно, как странно все это, совсем ведь недавно была наша близость безмерна, безгранна, а ныне, ах, ныне былому не равно. Как странно. Завязка ведь сказка, развязка страдание, но думать все время о нем не устану. Стоит, быть может, зачем? До свидания. Мы только
веков, как странно. Чай на прощание. Музыка Патрушева, слова Васюхина. Я хотела бы сделать небольшое вступление. Романс, как жанр, он настолько прекрасен, что хочется его вот продолжать. И поэтому, мне кажется, пока будут люди, которые будут писать что-то новое в этом жанре, романс будет жить, и, как-то, я думаю, что аудитория будет расширяться, потому что надо находить какие-то новые пути, новые способы, чтобы и молодежь тоже могла слушать романсы и наслаждаться ими. Поэтому, это уже романсы 21 века? Да. Я пытаюсь именно найти такую форму, которая была бы, понятна и доступна всем. И в то же время сохранить всю прелесть жанра романса. Вот сейчас и проверим. Анекдотом в памяти вашей, в горьких речах. Позднее утро, чай с бергамотом, лошади поданы, слезы в очах. Чай на прощание, чай со слезами, чайные розы жарче огня. Помните, ночью мы их срезали, розы останутся вместо меня. Ах, не спешите, вы говорили, кто на чужбине тоскуя вас ждет. Вы для меня этот чай заварили, бросив прозрачный фарфор бергамот. Чай на прощанье, чай со слезами, чайные розы жарче огня. Помните, ночью мы их срезали, розы останутся вместо меня. Я вас любила, наслаждаясь полетом. Сил нет проститься, взмахните рукой. Чем пахнут пальцы? Ах, бергамотом, запах нездешний и дорогой. Чай на прощание, чай со слезами, чайные розы жарче огня. Помните, ночью мы их срезали, розы останутся вместо меня. Прощальная нота, время простить и забыть беглеца. Ваше дыхание, как вкус бергамота, губы мои сберегут до конца. Чай
на прощание, чай со слезами, чайные розы жарче огня. Помните ночи, мы их срезали. Ночи останутся, но без меня. Романтики романсы, что я имею возможность познакомиться с Ириной лично. Когда я впервые увидела ее блистательную работу в спектакле «Марат, маркиз де Сад», я подумала, господи, где этому учат? Потому что человек... В Щукинском училище. Нет, я сначала подумала, возможно, человек закончил цирковое училище. Потом думаю, нет, наверное, вокальное. Может быть, даже классический вокал. Потом смотрю. И в итоге я даже думаю, как же этому всему можно обучиться? Вы человек, конечно, невероятно одаренный. Спасибо большое. И для меня просто честь стоять с вами на одной сцене. Я хочу еще добавить, чтобы окончательно смутить нашу сегодняшнюю гостью очаровательную, что помимо того, что Ирина поет на русском языке, она пела и в немецком театре по-немецки, и в мюзикле «Tomorrowland», который шел в новой опере по-английски. В Японии играла на чистом японском языке, так что это вызывает восторг и восхищение. Но музыка помогает, и музыкальный слух, наверное, и язык учить. Я уж не говорю о немецком, поскольку вы заканчивали школу в ГДР, где служил папа. То есть это, можно сказать, второй родной язык. Ну, немецкий, к сожалению, я хуже знаю, чем даже английский. Но, конечно, музыка – это жизнь, и слух музыкальный, если он с детства развит у человека, то помогает во всем. И мне это было очень большой помощью в Японии, где очень сложно было на слух воспринимать язык, и самое интересное, что мне же нужно было вовремя вступать. Да-да. То есть первые две недели я просто не ориентировалась, когда мне говорить свою реплику. Никакой огонек не зажигался. Я не понимала, когда же я говорю. Я просто думала, что я это никогда не почувствую, не освою, но потом начинаешь привыкать, и когда ты чувствуешь уже именно мелодику языка, именно его музыку, то ты понимаешь, где должен быть уже конец фразы, где фраза заканчивается, где она начинается, и тогда становится уже все на свои места. А как было с Мэри Поппинс? Это же тоже трудная работа. Вы же поете и на сцене Мэри Поппинс. Да, Мэри Поппинс меня немного так преследует. Впервые я с ней столкнулась на озвучании, как вы уже сказали, диснеевского фильма. Я озвучивала Джулию Эндрюс, и я получала колоссальное удовольствие, потому что это красивая мультипликация, красивые актеры, красивые голоса. 3 года прошло, и меня пригласили в Театр Луны сыграть уже Мэри Поппинс, уже варианта Дунаевского. У Сергея Проханова. Да. И я вот теперь знаю Мэри Поппинс в 2 вариантах. В английском и русском. Я еще узнала, что вы также учились некоторое время в консерватории на вокальном отделении. Ну, это была, может быть, не совсем учеба. Когда я закончила школу и думала, куда мне поступать, то я знала, что я хочу либо петь, либо играть на сцене. Но поскольку школу я закончила в Германии, а родом я из Алматы, то вернулась я, конечно же, в Алмату. И чтобы не терять год, я поступила на факультет журналистики. А параллельно я ходила в актерскую студию и занималась в консерватории классическим вокалом. И мне тогда сказали, что мы тебя возьмем без экзаменов. Давай к нам поступай, мы тебя быстренько там гармонии обучим. И вы отказались от поступления в консерваторию? Нет, но я решила, что вот если в театральные не поступлю, тогда приеду, буду заниматься в консерватории. Но мысли стать оперной певицей мелькали в юной головке? Да, тогда да. Но вы знаете, я скажу честно, меня больше всего пугало, что мне придется статично стоять, я с таким вот лицом выдувать эти ноты.
Сейчас как раз режиссерский разгул и требует как раз не монументального такого стояния на сцене. Ну, еще не поздно, ведь сказать свое слово и в опере. В драматическом театре вы сказали свое слово, в мюзикле сказали, вот на концертной эстраде тоже. Да, может быть, к опере пора подбираться. Ну, опера – это очень серьезный жанр. Тут нужна серьезная школа, серьезный тренинг, потому что это высший пилотаж вокального искусства, это именно опера, и тут, конечно, с улицы так просто не зайдешь. Но сейчас ведь трудно уже найти, наверное, не поющего актера, но вот хорошо поющих не так уж много, правда? Ну, наверное, да. Так что попросим еще. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую. Что имя нежное мое, мой нежный, не упоминайте ни днем, ни ночью в суе. Что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я больна, увы, не вами. Ирину Линд за то, что она столь щедро, видите, дарила нам свое искусство. И надеемся, что вы еще не раз побываете на этой сцене и в нашей передаче. Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас с огромным удовольствием мы представим вам еще одного артиста. Есть актеры, знаете, когда нужно вспоминать их внешность, вроде имя слышали и так далее, но когда только произносишь имя этого артиста, имя к тому же еще редкое, то у всех сразу возникает мужественный образ этого великолепного актера. Народный артист России Аристарх Ливанов. Я хотел бы начать, вы знаете, поскольку юбилейный год, год 65-летия Победы, с истории семьи. И папа, и мама Аристарха воевали. В 44-м году отец Аристарха, Евгений Аристархович, попал в госпиталь, тяжелораненный, на окраине Киева. И там познакомился с очаровательным лейтенантом медицинской службы, которая спасала раненых,
бурный роман и два вот таких красавца сына в итоге. И самое главное, в январе этого года ветерану войны Евгению Ресарчу Ливанову исполнилось 93 года. А надо сказать, что Аристарх Евгеньевич родился в Киеве, но образование высшее получил в знаменитом Ленинградском государственном институте театра, кино и музыки. Затем Волгоград, сначала ТЮЗ, потом драматический театр, потом Ростов-на-Дону, где он играет Григория Мелехова, получает государственную премию. Ты все помнишь? Я все помню. Но как же, друзья должны знать биографию друг друга. Его переманивают в Москву. И вот он уже много-много лет связан с МХАТом имени Горького. И более 100 ролей в кино. Так что перечислить это невозможно. И во многих Аристарх Ливанов поет. Что можно сказать? С какого сказать? Фильма вы запели? Ну, был фильм «Известная государственная граница». Да, потом была картина под названием «Сад». И известные две картины «Дина». Это с Иннокентием Смоктуновским, да? Да, со Смоктуновским. «Дина» и «На Муромской дорожке». Аристарх Евгеньевич, а где вы запели впервые на драматической сцене? На драматической сцене я впервые запел в Ростове-на-Дону, в ТЮЗе. Там был замечательный спектакль. «Три мушкетера»? Нет. Нет? По пьесе Жуховицкого «Орфей», где мой герой, как бы человек совсем незаметный, обнаруживает в себе талант барда, становится знаменитым и проходит через все круги ада, через огонь, воду и медные трубы. Но теряет любовь, и вот раненым сердцем, которое потеряло любовь, он пишет уже самую важную в своей и самую первую песню, которая делает его, собственно, художником. Если хотите, я могу начать именно с этой песни и на ней проверить наше взаимное доверие. Замечательно. И вот любовь уходит, не спросясь, и ясный день становится туманным. Любовь ушла, а призрачная связь парит над нами облаком обман. Все хорошо, не надо горевать. Закат повис на тонкой паутине. Мы научились песню обрывать на грустной и тревожной середине. Не надо жить предчувствием конца, а нужно петь и весело, и грустно, и тяжкий груз тернового венца нести как дар в награду за искусство. Ты хочешь — пой, не хочешь — тоже пой. Не жди хвалы, богатства и почета, за право быть всегда самим собой. Плати всю жизнь по счету и без счета. У Пушкина был замечательный друг, товарищ, Дельвик, одноклассник, который, как и Александр Сергеевич, тоже писал, но стеснялся этого чрезвычайно. Вообще курс у них был талантливейший. И вот после Дельвига осталось несколько романсов. Мало кто их знает,
Но этот романс я очень люблю, еще со школьной скамьи. Пришлось сегодня его вспомнить. Называется «Элегия». Яковлев, Дельвик. Когда душа просила стыть, погибнуть и любить, когда желания и мечты к тебе теснили жить, когда еще я не пил слез, и чаши бытия, зачем тогда венки из роз к теням не отбыл я? Зачем вы на черта листах на памяти моей единой молодости знак вы песни прошлых дней? Я горы долы и леса и милый взгляд забыл. Зачем же ваши голоса мне слух мой сохранил? Не возвратите счастье мне, хоть дышит вас оно, ним в промелькнувшей старине. Простился я давно, не нарушайте, я молю. Вы сна души моей и слово страшное люблю. Не повторяйте ей. И не знаю, нужно мне петь, не нужно мне петь. Иной раз по несколько месяцев не беру гитару в руки и не пою. А иной раз, как говорится, как запой начинается. Не могу остановиться. Вот, но что-то в этом есть. Конечно, так петь, как я пою, профессиональному артисту петь нельзя. Но драматическому, о чем я вам еще раз хочу напомнить, драматическому артисту вроде бы можно. Вот. А если душа не может обойтись без этого занятия, то, наверное, все-таки надо, да? Если бы мне сейчас не напомнили, что я пою с экрана, то я бы, наверное, и не вспомнил эту песню, но я ее очень люблю. И люблю за то, что она настоящая. Я сыграл Исаула Косакова в фильме «Дина». Согласился только лишь потому, что он мог быть похожим на моего Гришку Мелехова, которому мне уже не вернуть, уже не сыграть, потому что спектакль был, шел, и потом, конечно же, со временем исчез. Но кинематограф подарил мне такую возможность, хотя роль была прямолинейна, но без всяких подробностей человеческих, то их нужно было
выдумать, придумать и оснастить этого человека судьбой. И вот такую помощь оказал и этот белогвардейский романс «Конь Кауры». Среди чистых степей, под лавиной огня, конь Кауры заржал: не губите меня, не губите меня, мой хозяин лежит с красной пулей в груди у разбитых копыт. Не губите меня, мой хозяин лежит с красной пулей в груди у разбитых копыт. Он, как ястреб донской, крови красной попил, он не дал надругаться над святыней могил. Он сверкал своей шашкой и ночью днесь, он сражался за Дон, за Россию и честь. Но теперь я прошу у заклятых врагов: положите его мне на круп без торгов. Разгонюсь я на круче и в розовый сон унесусь навсегда в теплый ласковый Дон. Разгонюсь я на круче и в розовый сон унесусь навсегда в теплый ласковый Дон. Среди чистых степей, под лавиной огня, конь Кауры заржал: не губите меня, не губите меня, мой хозяин лежит с красной пулей в груди у разбитых копыт. Ты мне напомнил, говорит, у тебя же, наверное, репертуар такой есть домашний. Да, действительно, был домашний репертуар. А когда я в гости приходил к родителям, мама 2 года назад ушла, отец вот один-одинешенек, 93 года, и мама всегда говорила: спой мою любимую. А у нас была такая игра: да какую твою любимую? Ну, про солдата. Про какого солдата? Ну, который с фронта пришел, с войны. Я говорю: мам, ну какую? Ну, в общем, я понимал, чего она от меня ждет, и всегда с огромным удовольствием исполнял маме эту ее любимую песню. Она кажется народной, многие так думают. Но у этой песни есть авторы. Это журналист, кинодраматург, драматург, поэт, фронтовик Константин Симонов и Матвей Блантер. Называется «Служил солдат». Как служил солдат службу ратную, службу ратную, службу трудную, 20 лет служил, да еще 5 лет генерал-аншеф ему отпуск дал. Как пришел солдат в родимый дом, вся та грудь в крестах, сам седой, как лунь, на крыльце стоит молода жена 20 годов, словно не было ни морщинки нет на щеках ее, ни сединки нет в косах девичьих. Посмотрел солдат на жену свою и сказал: солдат, слово горькое, видно, ты жена
хорошо жила, хорошо жила, не состарилась, а в ответ ему говорит она, говорит она, сама плачет вся, не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, дочь сиротская, а жена твоя, пятый год лежит по сырой земле под березами. Как вошел в избу, сел за стол солдат, зелена вина приказал подать, пил всю ночь солдат, по усам его толь вино текло, то ли слезы. Спасибо, Александр Евгеньевич. Мы уверены, что вам понравилась встреча с двумя этими поющими артистами. И надеемся продолжить и впредь приглашать таких артистов в нашу передачу. У них есть чему поучиться. И я думаю, что если оперные певцы будут привносить в свое исполнение вот такое мастерство и такое лихое какое-то обращение со словом, жестом и с интонацией, я думаю, что... В общем, мы бы от этого тоже очень бы выиграли. Особенно публика. Да. Спасибо. Спасибо.